на скамейку штрафнику. Здесь бросок с обхода в зону. Спокойно Демин реагирует. Хорошая передача на свободу Лютый. Выход 1-1. Момент Демин. Передачу, вот бросок, довольно опасный, но Бог в этой ситуации уверенно действует. Самсон. Сам среднюю зону преодолевает, вставляет партнеру, дальше движение, бросок, парирует Демин. И вот такая, кстати, классная передача в направлении Павла Кирикова. Такая закидушка своеобразная получилась туда, в чужую зону. Но, кстати, довольно расчетливо и довольно точно. Хотя там можно еще за шайбу побороться, в том числе и его партнеру. Но здесь 15-20. Из-под этого прессинга, кстати, ты и не выбирается. Бросок Кузина. Спокойно Гох шайбу эту отбивает. Хороший бросок от синей линии, он заблокирован. Ух ты! Здесь рикошеты 2-2. Вроде бы уже и справились с угрозой игроки 15-20, а не тут-то было. Меж щитков Бог шайба это заскакивает, вот бросок заблокирован, а вот тут еще и подставление-то. Хорошая передача, момент, эх, попасть бы. Вообще хет-трик сейчас мог оформить. Цимусенко в зону вошел, передача, бросок была. Синяя машина прям набрала ход. На свободный лед передача, бросок, и здесь не смог Бог парировать. С ног на голову. Себе Самсонов приложился, перекладину не сломал, через ближний борт атака 15-20 развивается, в зону вошли, бросили, Демин перед собой, ух ты, везет машине здесь на самом деле, потому что по сути свой же бросок и добивал Сергей Круглов в этой ситуации, а вот выход от Самусенко и не забивает. Это Гох выручает. Вот момент попадания в перекладину вы видели. И выход Самусен. Сильная передача по борту, а вот тут подыгран совсем неудачно синей машиной, можно отдавать в центр, вот эта передача. И вот еще момент, бросит ли здесь 15-20, видимо нет. Видимо нет, обороняется тут довольно четко синяя машина. Смирнов. Ты где шайба-то, какой отскок-то, и Демин. Кстати, дотягивается там щитком Демин до этой шайбы. Дальше она за ворот падает. Хорошая передача, и 4-2. 4-2, ну здорово все сделала синяя машина, нашла одного свободного. С такой позиции, конечно, нужно попадать. Желательно и забивать, что и сделал нападающий команды в черном. Ну вот, на свободный лед, и отсюда, ну буквально
расстреливают Гоха. Предъявить ему какие-то претензии, конечно, невозможно в этой ситуации. А вот момент 15-20, который был. Вели ведь 15-20. Со счетом 2-0. Сейчас Волконы сократят отставание. Демин выручает. Момент Самсонова. И вот еще нужно бросать. Бросок заблокирован. Под ворота 4-3. Хорошая передача была. Здорово все сделано. Зряче. Точно в крюк. Классно. Ой, какая передача. Да, под чужую синюю. Роскошно. Одно удаление будет. А булит будет? Будет. Будет булит. Там будет и удаление, и булит. Ну, давайте еще раз за этой передачей посмотрим. Смотрите, какая. Бах. Прям под чужую, точно в крюк. Штрафной бросок. 21 номера синей машины. Нет, 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 нет. Длинная передача Самсонова. Тихомиров хорошо в одно касание. И вернули. Еще. Ой, 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 бог ты мой. 4-4. Вот это красота. Ну, роскошная комбинация. Просто роскошь. Давайте прям с самого начала будем ее смотреть. Вот передача в центр. И здесь раз, два, три на пустые. Вау. Хороший бросок. Бросок. Правда, выше створа шайба летит. Это Чудомиров бросал, но его по силе броска можно узнать на самом деле. Возможно, последняя атака в этом периоде. Последнее слово за машиной будет. Этот бросок неточный. Ну и отскок заберет себе Бог в руки. Здесь еще один бросок. И Бог напоследок. И еще один бросок парирует. Слушайте, 4-4. И у нас все решится в заключительной 20-минутке.